Красота и гордость Черноморского побережья – золотые пляжи. Горы бытового мусора, оставленные отдыхающими, представляют собой зрелище печальное. В рамках эко-субботника более 80 сотрудников предприятия «Анапа-Водоканал» дружно выехали на Бугасскую косу. За несколько часов работы общими силами пляж привели в порядок. Нам выставлено было где-то 100 человек на субботник. Убрано 3 километра пляжной территории, собрано мусора порядка 500 мешков. Убрано более 1,5 тонн мусора. Серьезнейшая работа была проделана и на Витязевской косе, где трудился персонал теплосетей. В субботнике «Зеленая Россия» приняли участие не только сотрудники предприятий, но и молодежные активисты, общественники, жители курорта. Ветераны Великой Отечественной войны поддержали инициативу, стали почетными гостями городских мероприятий. Все анапчане объединились, чтобы сделать наш город-курорт еще чище, уютнее и краше.